Добрый день, уважаемые болельщики. Я вас приветствую из Москвы, стадион «Октябрь». И поединок Национальной студенческой футбольной лиги. 11 мячей забито, 25 пропущено. Стартовый свисток, поехали. И в белой форме у нас команда МГПУ. 10 игр, это их, как я уже сказал, последний турнир в сезоне. И команда имеет достаточно нестабильные результаты. В прошлом сезоне и эти команды сыграли между собой в ничью. Имеет, может быть, не такой широкий послужной список, но все-таки имеет очень интересно. Опять обыгрывают, и прострел! Опасный прострел. Смотрим повтор этого эпизода. Качнул влево, вправо. И прострел преобладать на поле. Удар! И справился Иванов с этим мячом. Но отметим. Так, Грязнов Владислав наносил удар. Когоня, да, не стал бить поворотом. Разыграли. Кашпирский. Прострел и гол! Вот так вот. Из центрального круга продолжим сейчас команды. И опять есть слева. Справа продолжение. Да, решили сыграть через лево. И Максумов тут сразу подключается. Удар! Высоко взмывает мяч. Да, вот мне сейчас подсказывают, что передача была от Антона Кашпирского. А мяч забил 11 номер Джамет Максумов. Ну что ж. Посмотрим, что придумает Всеволод. Поднята рука. Если домашняя заготовка у команды Стамбова. Удар! Удар и гол. Вот так вот. До стандартного положения с углового 1-1. При этом угловом смотрим. Подача на ближнюю. С мячом москвичи. Хорошо. Есть продолжение здесь. И передача в центр. Удар и гол! Прошу прощения, конечно же, 20 Грязнов Владислав, нападающий команды МГПУ, да. Прострельная передача, и вот свежий игрок у нас, вышедший на поле, удар, 3-1. И отмечаем, конечно, Юрьева Сергея здесь. Голевой у нас пас Юрьева, и гол, собственно, Грязнова Владислава. Классный мяч. И опять вот не поднимая голову. Только арбитра. И что, красная? Красная карточка. Да. И прострел сейчас будет. Удар отбивает голкипер Иванов. Показывает давление. И было опасно. Но полузащитник он такой ложной девятки располагался. В итоге неточная передача. И уже в контратаке москвичи. Грязнов. Хороший пас. И сейчас Буланов. Удар в дальний угол. Он даже не ожидал, что он один останется. Закручивал. Все-таки нет, не был. Дубинин. И в касание сыграли хорошо, но угловой зарабатывают. Прямо на последних секундах зарабатывают угловой. Все, финальный свисток, не стали бить угловой. И большое спасибо ребятам за эту классную, замечательную встречу. И желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Услышимся на футболе. Пока.